Добрый вечер, зрители интернет-канала SLS. Это шоу «Не викторина», «The Money Vault». Меня зовут Александр Саянов. А здесь можно выиграть дофига денег. Вы не можете представить, сколько именно. И, конечно, их можно обналичить. И это будет, и первым это будет делать некий Максим Волков. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, уважаемый Максим. Я не знаю вас как по отчеству, Волков. Сейчас у нас столько времени по вашему. Полночь есть или нет? Полночи нет. А полдень есть? Ну, вообще полночь. Тоже нет. Так есть. у вас постоянно, я вижу, понимаю, постоянное солнце, ибо постоянная луна каждые дни. Так? Нет. Так вы определитесь, у вас есть полночь или нет полночи? Есть. И скоро она наступит? Примерно через 4 часа. Вы же понимаете, что сегодня у нас переводили стрелки? Понимаю. Тогда правильно. Я не знаю, где он в часовом поясе, но по московскому времени, да, будет через 4 часа полночь. Но это не всех, никого не волнует. Сколько вы хотите унести с нашего хранилища денег? Только у нас не хранилище бойцов, я сразу предупреждаю вас. Знаете, если бы это услышал Сергей, он бы на вас обиделся. А так, я бы унес... Он где-то... может слышать. Я не отрицаю. Тем более. Но я надеюсь унести хотя бы больше 250 тысяч. Хорошо, я вам сейчас расскажу приятную новость. Но прежде чем я ее расскажу, расскажу правила. У нас есть 50 карт. 40 из них это карты с номиналом от 1 тысячи виртуальных долларов до 100 тысяч виртуальных долларов. И твоя задача брать карту и вставлять в 10 стеков. Правило только одно. Не нарушать правила возрастания. Сделаешь это, ну, то есть заполнишь все 10 стеков, ты с каждой карты забираешь деньги. Не сможешь, мы с тобой попрощаемся, дадим тебе пинок под зад и все. И передадим привет еще одному человеку. А есть еще 10 карт, так сказать, с надписью «Деньги». Чем больше карт ты откроешь, тем больше денег ты сможешь забрать. Вот и все. Ну и приятная новость. Если ты уйдешь с игры не с пустыми руками, я обналичу каждые 100 виртуальных долларов на... Точнее, я превращу 100 виртуальных долларов в одну... реальную российскую копейку. О боже мой. Итого, главный приз у нас составляет 100 рублей. Я не знаю, куда ты их потратишь просто на все, когда выиграешь. Ну, если быть точнее, там рублей где-то 92. Ну, больше, чем 90 главный приз, но это не должно тебя волновать, поэтому 100. Приступаем к игре. Ну что ж, давайте начнем сразу. Есть две колоды. Левая, правая, правая, левая, левая, правая, правая, левая. Я уже назвал 8 колод целых. Давайте за правый стол. Правую колоду, и там 25 картишек. Какую выбираем? Седьмую. С конца или с началом? Сначала. Ну давайте сначала. И там деньги. Но у тебя 0, поэтому умножаем на 5%, и ты можешь забрать 0. Согласен нет, или нет? Сразу нет. Тогда игра. Сразу нет. Хорошо, левое игровое поле. Там тоже 25 карт. Может опять попадешь на да карту? Вы что? Да, вы не поверите. Может вы опять попадете в карту под, с названием «Деньги». Давайте 21-ю. Сначала. А я думал, вы с конца пойдете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я всегда иду только и там деньги! Сколько мы сейчас узнаем? Ну, примерно так секунд через 10. Я надеюсь. Ну что? Что? Скоро до 50 дойдет, оно уже перешагнуло через 50 тысяч виртуальных долларов. Еще не может остановиться, но останавливайся уже. 72 тысячи долларов.
А в какую задницу мы ее вставляем? Восьмой. Восьмую задницу. Левая, правая, правая, левая, левая, правая, правая, левая, левая, правая. 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 И двадцатая. Начало. Да вы у нас, я вижу, счетовод. Вы же у нас архивист. Не видно. Только по вашим расчетам это не видно, что 29 тысяч. Лучше было бы 28. Так бы красивый стек был бы. Итоговый банк. Куда ставим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третий. Третий. Третий, так третий. Левое поле. И как-то номер 9. Не вопрос, а что я тут делаю? Ведете. Хорошо. Ну вы уж так сразу спрашиваете. Второе. Ну, второе. Это самое логичное. Второе. Итого в твоем банке 125 тысяч рублей. Если бы ты сейчас мог обналичить их, ты забрал бы 12,5 рублей. Правое. Что ты можешь купить за 12,5 рублей? Три чупа-чупса. И как сосется? Хорошо. Хорошо. Правая колода. И там мы достаем карту под номером. Давайте 23-ю. Ну 23-ю, так 23-ю. Итак, ты сейчас можешь забрать целый рубль 25 копеек и попрощаться со мной. Нет. На нет и сюда нет. Тогда с тебя карта. Левая. Четвертая. Мы далеко не уходили. Рубль 87. Тоже нет. Ты пойми, алчность до добра не доводит. Правая. 14. А почему 14? Потому что я так хочу. А если я хочу, чтобы вы проиграли, так и будет? Ого! Ну, практически. Сразу на первую. Сразу на первую, пожалуйста. Итак, у нас внезапно появилась большая пропасть. 30 карт, я бы сказал, 30 тысяч, это минимум, сколько должно быть. Левая. Левая! Давайте я выберу число, это число 26. Нет. Как нет? Окей, 11, блин, не дали мне. Шо на 26 обращайтесь на правое поле карты номер 1, а так 11. Хорошо, 11. Надеетесь, что там есть деньги. Выше, выше, выше. Пропасть. Я вижу достаточно внушительный приз. Слушайте, даже не знаю куда. Есть 9, есть 10, я тоже не знаю куда. В семерку ты точно не можешь положить. Давайте в 9. Окей, образуем еще одну жопу. Правое игровое поле. И карта... Значит, 4. А как же 26-я карта? 29-я, если что.
Все, я проиграл. Хорошо. Покажите нам ее. Трогательный момент. Половина стеков мы уже закрыли. Но мы сейчас попадаем еще, можно попасть в жопу. И будет ого-го, если мы попадем. Ого-го, неприятно. Вы выбрались из жопы! Я вас с этим поздравляю. Отлично. Проблема в том, что жопа увеличилась. Но это не проблема. Ну как сказать? Ну давайте на 10-й стек мы ставим. Так, левая. Итак, в моем банке сейчас 312 тысяч виртуальных долларов или 31 рубль 200 копеек. Карта номер 18. Карта номер 18. И там, я надеюсь, деньги будут. Очень хорошее предложение. 1/5 часть банка, либо 6 рублей 24 копейки. Нет. Мы можем попрощаться с тобой сейчас. Нет. У меня все возможности есть. И шансов полно, так что нет. Окей. Ну, осталось 6 таких карт. Больше ты ими практически воспользоваться не сможешь. Нет, я в себе уверен, так что правое, правое игровое поле. И карта номер 16. Пикок. Как это 16? А, ну уже пофиг, мы уже открыли ее. Пока я тут думал. Не боитесь проиграть? Нет. Проигравшего ответ. Мы приближаемся к жопе и ее перескакиваем. И попадаем в классную жопу. Есть две возможности избавиться от этой карты. Мы можем просто насрать на нее и забыть, что она есть. Мы можем заменить. Конечно, заменяем. На восьмую. Хорошо. Свапнем восьмой стек. Увеличили на несколько тысяч банк. И, конечно же, разрыв уменьшили. А левая, правая, правая, левая, левая, правая. Левая. Ну, левая. Хорошо. А первая, вторая, третья. Третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая, десятая. Дай мне досказать, не перебивать. 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 19-я, 20-я, 22-я, 23-я, 24-я, 25-я. Какую? 15-я. 15-й, так 15-й. И там деньги, деньги. Всех манят деньги, деньги. А конечно, привет, пасуем. Можно мне передать привет одной тысячи долларов? Я передаю привет карте с номиналом в одну тысячу долларов. Или 10 копеек. Больше вспомогательных карт нет. А жопа правая есть. Причем в двух экземплярах. Правая. Ну правая так правая, мы тебя поняли. Теперь вы должны понять, какую карту ты берешь из правой колоды. Давайте последнюю. Выбрались из одной преграды, но мы сейчас можем попасть во вторую, и все. 46 тысяч. Пятая. Хорошо, пятая. Осталось 3 стека, в твоем банке 369 тысяч. Левая. И вторая. Вторая. Вторая, так вторая. Ну,
Опасайся. 42 тысячи. Больше выбора нет, так что четвертая. Ну, я с вами согласен. Так, правое игровое поле. И как... Третья. Хорошо, третья, так третья. Возможно, чуть больше, когда не победим, а возьмем. Ну вот. 5 тысяч долларов ты не можешь никуда поставить, вспомогательных карт у тебя больше нет. А это значит, что ты прошляпил свои деньги и уходишь с эфира с пустыми руками. С тебя, и с пустыми ногами, с пустым телом, с тебя одежды. Ты ее проиграл. Нет, пожалуй, я предпочту уйти в одежде, так что всем спасибо. Ну окей, ну окей. Ради тебя мы отдаем тебе одежду. Одежда у Люц! Хотя она на тебе уже. Ну, давай прощайся, а я потом еще скажу несколько ласковых слов зрителям. До новых встреч! А где пока? Это и есть пока. Вот жмот. Не может сказать одно простое слово. Еще меня обзывают жлобом, потому что я живу в жлобине. Ай, какие вы плохие люди. Ну, я перед тем, как закончу этот эфир, скажу. Если вы хотите сыграть в эту игру, вы должны лайкнуть пост с этим видео. Не лайкните, не сыграйте, все. Мы потом где-то среда, в четверг, я не знаю, когда именно, выберем счастливчика, и он сыграет на следующей неделе в эту игру. А Максим Волков не может сыграть, даже если его выберет рандомизатор на следующей игре. А до свидания, Максим, до свидания, зрители, меня зовут Александр Дренов, это The Money Vault, телеканал СЛС. А какой это телеканал? До свидания. Пока.